Здравствуйте, друзья, с вами Вула на ваших экранах Assetto Corsa, и как вы поняли из названия видео, сегодня у нас речь пойдет о первом этапе дрифт-состязаний, которую буду проводить лично я. Я хоть и являюсь организатором, но пока что название для своего, так сказать, чемпионата я еще не выбрал, и предлагаю вам в комментариях понакидать, так сказать, вариантиков. Если мне какое-то название понравится, я так и назову этот чемпионат. Ну а пока что перейдем к сути дела. А именно к данным, которые вам нужно знать. Во-первых, машины мы будем использовать в ДТС, то есть это будут стритухи. Трасса же будет рокингом. Или рокингам, ну, в принципе, неважно. Самое главное, что трасса не очень сложная, практически все на ней смогут проехать и, надеюсь, покажут хорошие парные проезды. В зависимости от количества зарегистрированных игроков, соберем либо топ-16, либо топ-32, проведем квалификацию, соответственно, отсеем тех, кто не пройдет, и распределим всех остальных по позициям. Ну а теперь перейдем к, собственно, конфигу и, соответственно, заданию. Разгоняемся, ставимся до желтой линии, потому что сразу после нее идет уже первая клиппинг-зона, на которую вы уже должны залетать в угле. И спокойненько, без коррекции, вплоть до третьего клипа, летите ровно по дуге. Дальше делаете перекладку, стягиваетесь на наружную траекторию, залетаете под стену на четвертый клип, и дальше по прямой протягиваете до пятого клипа. После пятого немножко замедляемся, заугливаемся и летим под стеной к шестому клипу, делаем перекладку на седьмой и финишируем через желтую линию, желательно, конечно, поближе к стене, чтобы вы именно пересекли желтую линию. Клип, конечно, это учитываться не будет, но ехать лучше по линии для того, чтобы за вами вторым потом было удобнее ехать. Настройки для своих автомобилей, разумеется, можете использовать любые. Единственное, запомните, ехать нужно будет сразу на одном комплекте резины. То бишь, как на квалификации, так и на парных вы будете сразу ехать два заезда. Поэтому сразу после первого заезда едем на старт, проезжаем вторую попытку квалификации, либо второй заезд парный. Теперь немного по организационной составляющей. Регистрация на этап проводится ВКонтакте, будет закреплен пост с этим видео, под ним в комментариях пишите. Первое, ник, который будете использовать, главное, чтобы совпадал с тем, что в контент-менеджере. Второе, машину, которую будете использовать. Третье, ссылка на вашу ливрею. Ну, это для тех, кто пройдет в топ-16 или топ-32. На квалификации скинов не будет, но на топ-32 и топ-16 постараюсь подрубить. Ну и четвертое, это Steam ID, в том случае, если у вас есть скин. Если вы поедете на рандомном скине, то можете обойтись, в принципе, двумя пунктами. Ну и не забывайте подписываться на группу ВКонтакте, на YouTube канал для того, чтобы все это потом посмотреть в трансляции. Ну а для участников еще обязательно быть в Дискорде, ссылка на него тоже будет в описании, потому что именно в Дискорде вас будут вызывать на квалификацию, на парные и так далее и тому подобное. Ну и на этом все, друзья, я надеюсь, мы весело проведем время на этом этапе, ну а пока что играйте, ребят, только в хорошие игры, всем удачи, всем пока!